Liana. You've been coming here for Christmas for 5 years in a row looking for them, and they still haven't came. Well, I need to do this because those people preached to my grandpa how Jesus was born. And when he went to Jesus, he asked me to do this. I feel that they will come today. You'll see. На улице вечерние огни горят торжественно и красочно. На улице рождественские дни, поэтому вокруг так празднично. А я иду по улице ночной, огни витрин мне шепчут радость. Рожден для нас младенец неземной, и он клему ему здесь места нет. Please remember, I won't be here for next Christmas. Заходи в мой дом, Иисус, ко мне. Я открою дверь настежь твое Рождество, и наполнится дом теплом. Ангел белый взмахнет крылом, мир узнает благую. Okay, can you wait, please? I feel that they will come. You will see. Отвержен день рождения самца, вместо Иисуса снеговик. Стоит, как полновластный государь, на улице с названием тупик. Ко мне звучит сегодня зов, открой. Идет он двери ту, идет к другой. Настукиваю дверь, открыть готов. Скажу из места здесь, иди в мой дом. Oh look, see, they're right there. I told you, I'm gonna go to them. Заходи, Иисус, мой дом ко мне. Я открою дверь настежь твое Рождество. И наполнится дом теплом. Ангел белый взмахнет крылом. Мир узнает благую весть Рождество. Нет места для Спасителя Христа. В роскошных магазинах места нет, в отелях, школах пустота. Здесь места нет, кричит толпа. Нет места Иисусу в мире всем, ни год, ни два, а сотни лет. Иисус стучит в сердца ко всем, и каждый раз нас слышит, места нет. Заходи в мой дом, Иисус, заходи. Благую весть в Рождество.